Трейдеры и инвесторы все больше доверяют криптовалютам. Как сообщает криптопара Хабер, статистика свидетельствует, что биткоин обретает все больше влияния на глобальном рынке, особенно из-за сложных отношений между США и Северной Кореей. По мнению экспертов, экономическая неопределенность, вызванная американо-корейскими противоречиями, привела к тому, что на глобальном рынке было продано акции на сумму более 5 миллиардов долларов. Трейдеры и инвесторы ищут надежное убежище и диверсифицируют свои инвестиции, заявляет Рон Чернески, генеральный директор американской инвестиционной компании. И добавляет, что трейдеры и инвесторы переводят свои деньги в цифровые валюты потому, что рыночные колебания не имеют сильного влияния на криптокоины. Сейчас все больше финансовых учреждений и аналитиков начинают говорить о криптовалютах.